Добрый вечер, дорогие товарищи. Мы рады видеть вас здесь, в этом зале. Здравствуйте, уважаемые зрители. Приглашаем всех любителей песни принять участие в заключительном вечере второго всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня-72». Сегодня на нашем празднике песни поют лауреат всесоюзного и международного конкурсов, заслуженный артист Белорусской ССР Виктор Буячич. Лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка республики Эдита Пьеха. Лауреат всесоюзного и международного конкурсов, заслуженный артист республики Александр Розум. Лауреат международных конкурсов, солистка Государственного академического большого театра Союза СССР Тамара Синявская. Лауреат всесоюзного и международного конкурса, заслуженный артист Чечено-Ингушской АССР Иосиф Кобзон. Заслуженная артистка республики Екатерина Семенкина. Артистки Нина Кудрявцева и Дана Муравьева. Лауреат всесоюзного и международных конкурсов, солист телевидения и радио Лев Лещенко. Лауреат международного конкурса, заслуженный артист Якутской АССР Кола Бельды. Лауреат международного конкурса Майя Кристалинская. Лауреат международного конкурса, заслуженный артист Российской Федерации Эдуард Хиль. Вокально-инструментальный ансамбль из города Черновцы «Смиричка». Лауреаты 4-го всесоюзного конкурса артистов эстрады. Вокально-инструментальный ансамбль из Белоруссии «Весняры». Лауреат международных конкурсов, народный артист Азербайджанской ССР Муслим Магомаев. Постоянный участник всех наших больших праздничных песенных передач и концертов, эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист республики, лауреат премии Ленинского комсомола Юрий Васильевич Силантьев. Сегодня мы приветствуем в этом зале создателей популярных советских песен. В нашем вечере принимают участие композиторы и поэты. Серафим Туликов, Юрий Полухин, Сергей Островой, Леонид Афанасьев, Игорь Шиферан, Марк Фраткин, Михаил Трецковский, Григорий Пономаренко, Вениамин Баснер, Михаил Матусовский, Людмила Лядова, Михаил Владимов, Ян Френкель, Лев Ашанин, Павел Айданицкий, Оскар Пельцман, Александр Морозов,
Валентин Левашов, Владимир Харитонов, Владимир Шаинский, Александр Тимофеевский, Игорь Лучинок, Иосиф Скурко, Арно Бабаджанян, Леонид Гербенев, Александр Клярковский, Владимир Ивасюк, Палат Бюль-Бюль-Аглы, Николай Добронравов, Александра Пахмутова. К нам на праздник песни пришли образцовый оркестр военно-морского флота СССР, дирижер подполковник Левин. Художественный руководитель, заслуженный артист республики Николай Кутузов. Ансамбль песни и пляски Московского ордена Ленина военного округа. Художественный руководитель, народный артист РСФСР, полковник Баблоев. Руководитель Борис Тевлин, непременный участник наших фестивалей, Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио, художественный руководитель Виктор Попов. Yeah.
Владимир Ивасюк, «Червона рута». Ти признайся мені, звідки в тебе ти чар? Я без тебе всі дні у полоні печалі, поведесь у ліса, ти черзілля шукала, сонце руду знайшла, і мене щарувала. Ян Френкель, Расул Гамзатов, «Журавли». Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Селочной дороги шел я молча, и была она пуста и длинна. Только грянули гармошки, что есть мочи, и руками развела тишина. А это свадьба, свадьба, свадьба пела, и плясала, и крылья эту свадьбу нанесли. Жена этой свадьбе была это мало, и небо было мало, и земли. Широкая ведь с вами была, не сломала, и небо было мало, и земли. Олег Иванов, Александр Прокопьев, «Товарищ». Я без них, как ветром, наполнил страну о том, как товарищ пошел на войну.
И северный ветер ударил в прибой, в сухой подорожник, в траву зверобой. Прошел он и плакал другой стороной, когда мой товарищ прощался со мной. А песня взлетела, и голос окреп, мы старую дружбу ломаем, как хлеб. Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам, мы хлеба, горбушку и духа полам. Коль ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина и мне половина. Владимир Шаинский, Владимир Харитонов. Не плачь, девчонка! Как будто ветры с гор рубят солдату сбор. Дорога от порога далека. И уронив платок, чтоб не видал никто, слезу смахнула девичья рука. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди. Пускай далеко твой верный друг. Любовь на свете сильней разлук. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди. Пускай далеко твой верный друг. Любовь на свете сильней Итак, песня 72. На суд зрителей, уже сложившейся традиции, как и в прошлом году, песни представили популярные телевизионные и радиопередачи. В состав жюри нашего фестиваля вошли представители передач «Встреча с песней», «Голубой огонек», радиостанция «Юность», «Музыкальный киоск», передача «С добрым утром», радиопрограмма «Советская песня», «Арт-лото», «Музыкальные встречи» и программа «Москва и москвичи». Первое слово члену нашего жюри, представителю программы «Москва и москвичи» Ларисе Чердыниной. Мы очень рады, что можем открыть программу фестиваля песни, которая впервые прозвучала в нашей программе. Москвичам она хорошо знакома, потому что эта песня о них, о нашем городе. Написал ее, эту песню, тоже москвич, московский композитор Серафим Туликов. Композитор Серафим Туликов, поэт Юрий Полухин. Я пою о Москве. Мудрый голос и лича. На
Прочли в письме Марии Вакулко из города Нежино. Однажды я спешила домой, чтобы посмотреть вашу песенную передачу. Опаздывала, и вот из открытого окна полилась песня. Я невольно остановилась. То же самое сделали еще несколько человек. Мы все стояли и слушали песню. Когда она окончилась, мы переглянулись и улыбнулись друг другу. А ведь до этого мы были совсем не знакомы. Значит, песня — наш общий друг. И еще одно письмо об этой же песне. Я отдаю свой голос за песню гражданского звучания, за богатырскую песню, потому что в пользу этой песни говорит борьба за власть советов, борьба за радость жизни, любовь к родной земле, голос души и сердца. И подпись «Чудновский» из Калинина. Большое вам рабочее спасибо за песню «Гляжу в озера синие», пишет нам семья рабочего Петра Ивановича Кузнецова из Ивановской области. И еще десятки, сотни тысяч любителей песни отдали свои голоса этой песне, которая пришла к нам из многосерийного телевизионного художественного фильма «Тени исчезают в полдень». Композитор Леонид Афанасьев. Поэт Игорь Шафиран. «Гляжу в озера синие».
озера синие, в полях ромашки рвут, зову тебя Россию. И где-то там, на повороте, над Ертышом, пронзая высь, две песни встретились в полете и словно сестры обнялись. Эти стихи ровно год тому назад в этом зале читал поэт, лауреат песни 71 Сергей Островой. Слово Сергею Григорьевичу, пожалуйста. Дорогие друзья, так уж повелось испокон века, что людям всегда приятны и всегда радостны хорошие традиции. Мы с вами сегодня присутствуем, и это можно уже сказать
со всей ответственностью. При рождении великолепной, замечательной традиции. И нам особенно дороги бывают всегда такие традиции, которые рождаются у нас на глазах, и в рождении которых мы с вами принимаем всегда самое активное и непосредственное участие. Да, действительно, год тому назад, мы все это великолепно помним, вот в этом самом зале, с этой самой сцены прозвучали лучшие песни, которые были отобраны в результате огромнейшей кропотливой работы и получившие наибольшее количество голосов телезрителей. А что такое голосов телезрителей? Это значит, как мне думается, в наше время большинство голосов всех людей, любящих и поющих песни. Потому что в самом деле, кто сейчас не смотрит телепередач и кто сейчас не сидит у телевизора? Даже иногда больше, чем следует. Мне очень приятно и радостно, что я был лауреатом этого первого фестиваля. Мне особенно приятно и радостно, что позывными к этому фестивалю, начинающими их и завершающими их, стала моя песня, которую я написал когда-то с композитором Аркадием Островским. Она называется «Песня остается с человеком». Я приветствую всех вас, дорогие любители песни, дорогие гости, дорогие хозяева песни. Я приветствую новых лауреатов нашего замечательного фестиваля. Хочется, чтобы он жил долго-долго, этот фестиваль. И хочу прочитать маленькое стихотворение, маленькое стихотворное приветствие. Я лучом вожу по тебе струна, певучим стихом околдован рот. Песня — это такая страна, где королев выбирает народ. Он их выбирает щедрей и щедрей, вникая в талант и в душевную суть. Одних выбирает на несколько дней, других выбирает на весь свой путь, на всю дорогу, на жизнь, на век. Он с песнями в бой и с песнями в труд, он с песней уходит в разливы рек и в самый загадочно трудный маршрут. Я лучом провожу по тебе, струна, певучим стихом околдован рот. Песня — это такая страна, где королев выбирает народ. Следующую песню на наш фестиваль представила радиопередача «С добрым утром». Слово ее полномочному представителю Эри Куденко. Видимо, все вы знаете об одном условии, которое организаторы фестиваля перед вами поставили. Каждый из вас должен был назвать три песни. Песню гражданского звучания, песню эстрадную и песню в народном стиле. И в редакцию поступило очень много писем, в которых зрители справедливо говорят, можно ли всегда вот так разграничить песни. Ну что такое, например, песня гражданского звучания? Это и песни о труде, это и песни о подвиге, это и песни о родном крае, и песни о большой любви, которая делает людей сильными и прекрасными. Не правда ли?
И когда в нашей передаче «С добрым утром» впервые прозвучала новая песня о нашем севере, редакция получила огромное количество писем. Это были песни, письма из севера, из юга, из запада, из востока. И мы рады, что сегодня в этом фестивале эта песня справедливо награждается победительницей. Композитор Марк Фраткин, поэт Михаил Плецковский. «Увезу тебя я в тундру». Увезу тебя я в тундру, увезу седым снегом, белой шкурой медведя брошу и к твоим ногам. По свежему морозу поспешим на край земли, и среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем и помчимся на оленях. Тебя я ярким северным сиянием твои плечи оберну. Звездные не загорится на ресницах серебром. Сколько хочешь самоцветов мы с тобой заберем. Мы поедем и помчимся на оленях, путем раним и отчаянно ворвемся прямо в снежную. Тогда поймешь ты вдруг, почему себе так манит, так зовет полярный круг. Ничего, что здесь печали, не беда, что холода. Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. Это письмо от медсестры из города Прохладного Людмилы Милосердовой. Вы объявляли, что автор 100-тысячного письма будет приглашен в Москву. Вот если бы чудо совершилось, и можно было бы высчитать этот счастливый номер, я бы ночью не спала, но послала бы письмо вовремя. А это письмо из города Абая, Карагандинской области, от строителя Анатолия Хафизовича Габитова. Очень хочется, чтобы мое письмо было удачливым и попала к вам 100-тысячным. Поэтому заканчиваю словами «до встречи». Еще письмо от студентов Свердловского техникума общественного питания. Нам, наверное, не удастся стать авторами 100-тысячного письма и побывать в концертной студии. Но мы обязательно посмотрим вашу передачу по телевидению. Мы верим, дорогие друзья, всем
что все, кто писал в наш адрес, сейчас, в этот час, вот у экранов своих телевизоров, вместе с нами, вместе с песней 72. И мы сообщаем вам еще один адрес. Белорусская ССР, Минская область, станция Пуховичи, почтовое отделение «Новая Заря», Марьина Горка, школа номер 3 и 97 подписей учеников 8 Б, 9, 10 А и 10 Б класса. Слово ученицы 10 класса Мариногорской школы Ире Урядовой. В адрес организаторов передачи «Песни 72» все наши школьники просили передать привет всем участникам этого вечера, всем любителям песни и особенно нашему земляку, лауреату премии «Комсомола Белоруссии» Игорю Михайловичу Лученку за его песни для нас, молодежи. Мы сегодня в этом зале... Мы сегодня в этом зале, потому что наша школа – 100-тысячный корреспондент песни 72. Мы очень рады. Композитор Игорь Лученок, поэт Иосиф Скурко, песня «Веросы».
тысячные корреспонденты, земляки Игоря Лученка, комсомольцы Мариной Горки, покажите, докажите нам, как вы любите песню. В майские дни прошлого года, когда свой 50-летний юбилей праздновала наша славная пионерия, впервые на телевидении прозвучала новая жизнерадостная песня. И путевку в жизнь ей дал наш телевизионный «Голубой огонек». И вот сегодня эту песню представляет ведущий «Голубого огонька» Лина Вовк и Геннадий Чертов. Сегодня мы с удовольствием представляем вашему вниманию песню, которые написали азербайджанский композитор Палат Бюльбюль-Оглы и московский поэт Николай Добронравов. Я хочу добавить только, что авторы назвали эту песню «Юность», а зрители дружно включили эту песню в число победителей. Отвоеванных снежных высот дальних дней берега видны. Юность — это мечта и взлет, это алая кровь страны. Наша юность — мечта и взлет, это алая кровь страны. Время бурное, время зоркое, дорог вечности каждый час. Я хочу, чтобы правда гордая испытала на прочность. Я не буду стареть, если рядом любовь со мной, если сердцем смогу согреть
сердце нашей страны родной. Я не буду стареть, если рядом любовь со мной, если сердцем смогу согреть сердце нашей страны родной. Встречают нас молнии гроз, пусть разлука и ночь без сна, вот на тонких ветвях берез зажигает огни весна, вот на тонких ветвях берез зажигает огни весна. Время бурное, время зоркое, дорог вечности каждый час. Я хочу, чтобы правда гордая испытала на прочность нас. Я не буду стареть, если рядом любовь со мной, если сердцем смогу согреть сердце нашей страны родной. Я не буду стареть, если рядом любовь со мной, если сердцем смогу согреть сердце нашей страны родной. Согреть сердце нашей страны родной. Я не буду стареть, если рядом любовь со мной, если сердцем смогу согреть сердце нашей страны родной. Телевизионную передачу «Музыкальный киоск» в жюри нашего фестиваля представляет постоянная ведущая киоска Элеонора Беляева. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, в нашем киоске вы всегда можете познакомиться с последними музыкальными новинками. У нас всегда бывают новые нотные сборники, книги, журналы. Мы знакомим вас с премьерами, представляем вам дебютантов. И, разумеется, на наших стендах всегда большой выбор грампластинок. Но, к сожалению, наши коллеги из фирмы «Мелодия» подвели нас. Они не выпустили пластинку с записью телевизионного фестиваля «Песни 71». Судя по многочисленным письмам, эту пластинку ждали. Мы надеемся, что «Песня 72» окажется более удачливой, более счастливой, и тогда на пластинке среди песен победителей 72-го года вы услышите и ту песню, которую сегодня вам представляет наш телевизионный музыкальный киоск. Композитор Валентин Левашов, поэт Владимир Харитонов, «Ты позови меня, Россия». Только жди, когда нелетная погода, когда туманы и дожди, ты позови меня, Россия, я прилечу издалека, ты позови. Сквозь облака.
вода. Моим лугам, твоим березам, твоим целебным родникам, твоим завьюженным морозам, твоим натруженным рукам. Ты позови меня, Россия, и я на зов твой отзовусь. Тобой, любимая Россия, как верный сын всегда горжусь. Сердцем предан, живу всю жизнь твоей судьбой, с тобою вместе шли к победам и не склонялись пред бедой. Ты позови меня, Россия, к тебе приду, где б ни был я. Без остатка жизнь моя. Слово поэту Владимиру Гавриловичу Харитонову. Песня 73. А в прошлом году в этом зале я получил книжку за песню «Не плачь, девчонка» с надписью «Песня 72». И вот стихотворение, которое легло в основу новой песни «Мой адрес – Советский Союз». Это стихотворение посвящается 50-летию СССР. Мой адрес – Советский Союз. Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес – ни дом и ни улица. Мой адрес – Советский Союз. Вы точки тире телеграфные – ищите на стройках меня. Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня. Я там, где ребята толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие новые, страна трудовая поет. Заботится сердце, волнуется, почтовой пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Я, Давыдов Павел Викторович, учусь в 4-м классе, а еще я хожу в 1-й класс музыкальной школы по баяну. Прошу вас, песня 72, исполните для меня песню «Погоня» из «Неуловимых мстителей». Уважаемый Павел Викторович, мы рады вам сообщить, что у вас очень много единомышленников, и вот даже песни «Погоня» желают удачи 540 учеников Чигиринской школы Черкасской области. А, пожалуй, больше всего удачи этой песне желают все 120 ее сегодняшних исполнителей. Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио, которым руководит Виктор Сергеевич Попов. Первая в жизни медаль лауреатов
шоколадные, правда, но все-таки медали. Ребята получили ровно год тому назад, 1 января, на нашем первом песенном фестивале. Но это было только начало. За этот год ребята стали лауреатами 2 международных фестивалей на конкурсе детской песни в Народной Республике Болгарии и в Италии. Мы рады поздравить ребят. Поздравляем вас. Итак, композитор Ян Френкель, стихи Роберта Рождественского, песня «Погоня». Пам-п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 ам
играли на гармошке у прохожих. На беду, к сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит друг волшебник голубой в вертолете и бесплатно покажет кино. Я поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Я играю на гармошке у прохожих на беду. К сожалению, день рождения только раз в году. Thank you.
Парамонов, солист нашего хора. Авторы этой популярной ребячьей песенки Владимир Шаинский и Александр Тимофеевский. В нашем вечере присутствуют и авторы фильма, писатель Эдуард Успенский и режиссер Роман Качанов. Эдуард Николаевич, пожалуйста. Почему я сначала скажу? Потому что у меня подарок с собой. В общем, я, ребята, так здорово исполнили песню. Лучше помню, чем у нас в фильме. И мне кажется, что композитор Шаинский даже так не споет. И мы с собой принесли наших героев в подарок хору. Вот Чебурашка, Шапокляк. Ребята, мы дарим хору эти наши портреты. Пожалуйста. Но вообще вы не теряйтесь, здесь очень много артистов известных, писателей, поэтов. Вы можете собрать и другие автографы здесь. Мы эти подписали портреты, а вы можете собрать другие автографы, здесь более интересные. И я думаю, что мы сейчас с вами встретимся в другой раз. Я хочу воспользоваться случаем, обратиться к ребятам с просьбой. Дело в том, что очень часто ребята просят написать продолжение этой истории с Чебурашкой, старухой Шапокляк и крокодилом Геной. Так вот, ребята, понимаете, что меня беспокоит? Я исчерпал весь запас каверс, которые я знал, которые старуха Шапокляк делает. Она отнюдь нехорошего поведения. И поэтому, если у вас есть какие-то там случаи смешные в школе, там какие-нибудь способы, ну, нарушение порядка, только более-менее дозволенные. Присылайте мне, я буду их использовать. Я думаю, что Эдуарда Успенского заботит судьба старухи, а я думаю вот о чем. Мы подарили три портрета наших героев, а хор большой. И как там пел наш герой? С днем рождения поздравит и на память... Что? Ребят, ну как там? Ну как он пел? Подскажи. Песок эскимо. Принесите эскимо, пожалуйста. Держи. Из Ленинграда пришла к нам песня «Ты и небо». Но прежде чем она прозвучит, мы прочтем еще одно письмо. Я хочу стать летчиком. Мне очень хочется летать. Раньше я учился плохо, но когда у меня появилось стремление к авиации, я взял себя в руки и стал хорошо учиться. И когда я окончу 10 классов, я не сомневаюсь, что я стану летчиком. И подпись. Ваш постоянный телезритель, Белгородская область, Алексеевский район, село Осадчие, Сова Виктор, ученик 8 класса, 14 лет и 8 месяцев. Дорогой Виктор, мы тоже нисколько не сомневаемся, что ты станешь, непременно станешь летчиком. Мы желаем тебе всяческих успехов. И для тебя... И для многих любителей песни, которые отдали свои голоса работе ленинградских авторов Александра Морозова и поэта Альберта Азизова, сейчас прозвучит песня «Ты и небо».
Песню поет ее первый исполнитель. Тебе качну крыло, а взлет, и значит вновь разлука, и значит друг без друга, и теперь небо мнет. Как моя звезда, в небе моем всегда, словно моя суда, всегда ты мой курс и берег, ты мой желанный берег, ты горишь, и не страшна беда. Мне надо до этих звезд, что у тебя сейчас в глазах. Полет, что нас зовет, полет, что отрывает нас вот от земли родной. Полет, земля как край причала, и значит все сначала, только знай, я даже в небе твой. Но что поделать, я твой взгляд ловлю. Которым только ты и я. Дорога к ней, в котором есть любовь твоя. Дорога к ней, в котором есть любовь твоя. Кино в нашем жюри представляет главный музыкальный редактор киностудии «Мосфильм», композитор Евгений Птичкин. Пожалуйста, Евгений Николаевич. Многие хорошие песни, сходя с экрана, начинают свою новую жизнь, приобретают своих новых исполнителей, своих новых друзей.
На киностудии «Мосфильм» была снята картина «Русское поле». Теперь вы все хорошо знаете песню из этой кинокартины, которая называется «Лебедь белая». Эта песня является сейчас лауреатом нашего фестиваля. Песню эту написали композитор Александр Флерковский и поэт Леонид Дербенев. Под снежным раздольем зима пришла. Сугробы стелить и в окошко ломиться начнет она. Но чудиться будет, но будет мне сниться весна. Будто она из странствий дальних нам возвратилась вновь. Словно девчонки платят мальных яблони вышли вновь. Вот и опять они нарядны, верят они, что счастье рядом, снова надежда, сердца их полны. И не зима в просторах наших, то в небесах крыла не машет, белая лебедь, подруга весны. И льдины растает, высушит ветер следы бурки. И снова разбудят меня на рассвете весны шаги. И песни повадятся бегать от окон к речной кате. И вымахнут травы, и звезды промокнут в росе. Будто луна из странствий дальних к нам возвратилась. Девчонки платят маленьких яблонь вишни в ночь. Вот и опять они нарядны, верят они, что счастье рядом, снова надежда, сердца их полны. И не зима в просторах наших, но в небесах крылами наших белая лебедь, подруга весна. Белая вьюга уронит в ладонь перо с крыла. Ветры заплачут под снежным раздольем, зима пришла. Сугробы стелить и в окошко ломиться начнет она. Начнется, но будет не сниться весна. В небесах крылами машет белая лебедь, белая лебедь, белая лебедь, белая лебедь.
еще один фильм этого года, 1972 года. Фильм, который снят на киностудии «Беларусьфильм». Этот фильм называется «Мировой парень». Я поздравляю лауреатов фестиваля «Песни 72», поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера с наградой вот, участия в фестивале «Песни 72». Они написали в этот фильм песню «Березовый сок». Открой нам, отчизна, просторы свои, заветные чащи открой ненароком, и так же, как в детстве, меня напои березовым соком, березовым соком. И так же, как в детстве, меня напои березовым соком, березовым соком.
Слово члену жюри нашего фестиваля, представляющему радиопрограмму «Советская песня», Чермену Владимировичу Касаеву. Пожалуйста. Ну, наша редакция песенная, и, соответственно, в нашей редакции много создается новых песен. Они звучат в передаче «Дора и Мифасоль», в авторских концертах в колонном зале Дома Союзов поэтов и композиторов, поэтов-песенников и композиторов. Достаточно сказать, что в этой итоговой передаче, составленной по вашим письмам, исполняется много песен, впервые прозвучавших в наших передачах. Такие, как песня Пахмутова и Добронравова Николая, «Герои спорта», песня Людмилы Лядовой и Вадимова «Старый марш», песня Айданицкого и Ашанина «Ярославия», Бабаджаняна песня и Рождественского «Благодарю тебя». Эти все песни впервые прозвучали в наших передачах. А сейчас разрешите мне представить песню «Рождение 72-го года. С рождения до вечности». Композитор Оскар Фельдсман, поэт Роберт Рождественский. Помощница,
любовь моя, владычица, им надо жить, как хочется, им надо жить, как дышится. Член жюри фестиваля, музыкальный редактор радиостанции «Юность» Рудольф Мануков. Прошу вас. Уважаемые товарищи, наш фестиваль еще очень молод, но несмотря на свою молодость, можно даже сказать юность, он имеет уже свои традиции. Поэтому я от имени радиостанции «Юность» предлагаю провести конкурс знатоков песни. Нашу советскую песню любит и поет не только наша молодежь, но и молодежь в любом конце нашей планеты. Сегодня в нашем зале вот сидят здесь зарубежные молодые наши гости, студенты московских вузов. И я предлагаю, чтобы и они тоже приняли участие в нашем этом конкурсе, конкурсе знатоков песни. Вы согласны, ребята? Согласны? Ну, прекрасно. Тогда я передаю слово диктору центрального телевидения Юрию Ковеленову, который проведет этот конкурс. Пожалуйста. Спасибо, уважаемая радиостанция «Юность». Только давайте условимся, что мы назовем его не конкурсом, а фестивалем. Итак, с удовольствием. Маленький фестиваль в нашем большом телевизионном фестивале «Песня 72». Наш фестиваль будет состоять из двух туров. Победители первого тура. Первый тур пройдет прямо здесь, непосредственно в зрительном зале. Победители первого тура будут приглашены на концертную сцену нашей концертной студии. Итак, кто самый смелый? Пожалуйста. Пожалуйста. Оркестр. Нам будет помогать музыкальный ансамбль под управлением Владислава Семенова. Пожалуйста. Пожалуйста.
Так, и кто следующий, пожалуйста? Тут ребята, которые сидят у нас в седьмом ряду. Пройти сюда, пожалуйста. И вот так сейчас, значит, перед нами находятся самые голосистые и самые смелые. Я попрошу вас сюда, вы подниметесь на сцену. Игорь Леонидович, принимайте гостей, пожалуйста. Прошу вас сюда. Пожалуйста. Если можно, сюда подходите, пожалуйста. Еще туда подвиньтесь, пожалуйста. Дорогие друзья, я прошу вас представиться нашим зрителям, назвать свое имя и свою родину, пожалуйста. Меня зовут Ишрат Занузи, я из Шри-Ланки. Ната Фалуши Жужа из Венгрии. Меня зовут Юнаша Жибет, я из Венгрии. Зовут меня Антонио Флорис из Колумбии. Меня зовут Саад, я из Лаоса. Маргарита Мурычева, Москва. Агнешка Войт, Польша. Меня зовут Барбара Карель из Кубы. Милентьев Володя, Москва. Ирина Лабинская, Москва. Меня зовут Тому Донг из Нигерии. Меня зовут Вера Кудрявцева, Москва. Имад из Ирака. Васильева, Москва. Меня зовут Джала Зирака. Меня зовут Антир Вирсинг из Республики Шри-Ланка. Спасибо. Мы поздравляем вас с победой в первом туре, а сейчас предлагаем вам выполнить задание нашего второго тура. Оно несложное. Вот вам всем вместе нужно составить единый вокальный ансамбль. Подумать и решить, какую песню вы нам сейчас споете все вместе. Пожалуйста, 15 секунд вам на размышление. Если вам нужна помощь Юрия Васильевича Силантьева, он к вашим услугам, учтите. Первый день Нового года. Мы хотим петь песню, которую знают молодежь всего мира. И обязательно нам подпоет весь зал. Thank you.
авторы гимна демократической молодежи, композитор Анатолий Новиков и поэт Лев Ашанин. Дорогие друзья, позвольте, это специальный приз, приз оркестра, преподнести самому смелому студенту, который выбрал именно вот эту замечательную нашу песню. Спасибо вам большое. А теперь, товарищи, в порядке ведения нашего заключительного вечера слово имеет Элеонора Беляева, музыкальный киоск. Простите, я не от имени музыкального киоска, а от имени всех членов нашего жюри. Пожалуйста, мы просим вручить памятный приз непременному участнику всех песенных передач, главному дирижеру и художественному руководителю эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио, народному артисту РСФСР, заслуженному деятелю искусств Дагестанской АССР, лауреату премии Ленинского комсомола Юрию Васильевичу Силантьеву. Продолжаем наш фестиваль «Песня 72». Следующую песню фестиваля представляет популярная телевизионная передача «Музыкальные встречи» и ее постоянная ведущая Светлана Моргунова. Передача «Музыкальные встречи» представила на телевизионный фестиваль «Песни 72» песню Григория Пономаренко на стихи Маргариты Агашиной «Подари мне платок». Мы считаем ее своей, потому что впервые эта песня прозвучала в нашей передаче «Музыкальные встречи». Итак, «Подари мне платок». Кольцо на руке,
голубой лоскуток, по краям голубым золотой завиток, не в сундук положу, на груди повяжу, и что ты подарил, никому не скажу. Не в сундук положу, на груди повяжу, и что ты подарил, никому не скажу. Подари мне платок, слово нашей гости из Башкирии, представительницы газеты «Вечерний Уфа» Алле Докучаевой. В нашей газете каждую субботу выходит страница «Добрый вечер». Она помогает уфимцам с пользой и интересно проводить свободное время. На этой странице есть рубрика «Песня товарищ». По заявкам уфимцев мы публикуем лучшие советские песни, которые им полюбились. Я захватила с собой несколько газет с песнями тех композиторов, которые присутствуют сегодня на передаче. И прошу юных помощников сегодняшней передачи вручить эти газеты. Когда Центральное телевидение объявило о передаче «Песни 72», мы обратились к нашим читателям с просьбой, чтобы они написали нам письма о тех советских песнях 72-го года, которые они считают лучшими, с тем, чтобы потом коллективное мнение наших читателей представить Центральному телевидению. Мы получили очень много писем, у нас 83 тысячи подписчиков. Это письма от комсомольцев завода телефонной аппаратуры имени Кирова, с моторостроительного завода, от студентов авиационного института, из 6 класса Е47 школы, от учеников 57 школы. Всех не перечислишь и каждому, конечно, не ответишь. Но всем вместе мы бы хотели ответить и, наверное, сделаем это, опубликовав в следующем номере нашей газеты репортаж с этой передачи. В частности, я обратилась с просьбой к фотокорреспонденту Центрального телевидения Борису Евгеньевичу Вдовенко помочь мне и поработать сегодня еще и специальным корреспондентом «Вечерней Уфы». Его снимки будут опубликованы в следующем номере «Вечерней Уфы». Я с удовольствием сообщаю своим землякам, что их мнение совпало с мнением миллионов телезрителей. Они назвали именно те песни, которые уже звучали сегодня и которые еще здесь прозвучат. И вот, в частности, сейчас будет исполнена песня, которая получила большое количество голосов читателей «Вечерней Уфы». Итак, песня композитора Павла Айданицкого, стихи Льва Ашанина «Ярославия». Thank you.
вечного красотой. Как зовут тебя, Ярославна, Ярославна моя, постой. Разве сердце отдать не вправе я той, что солнцем обручена? А вокруг тебя, Ярославия, древнерусская сторона. Голубые глаза большие подарил тебе волжский плес. От юйских полей России теплота золотых волос. Разве сердце отдать не вправе я той, что солнцем обручена? А вокруг тебя, Ярославия, древнерусская сторона. Славна тебя я славлю, славлю землю свою цвету, славлю молодость Ярославля, нашу русскую красоту. Так и сердце отдать не вправе я той, что солнцем обручена. А вокруг тебя, Ярославия, древнерусская сторона. А вокруг тебя, Ярославия, древнерусская сторона. Дорогие друзья, большое спасибо вам. Вот я смотрю тут на моих товарищей, поэтов и композиторов. Это очень непросто написать песню. Если вам рассказать, как это происходит, то вы очень удивитесь. Но я вот в эту книжку напишу 4 строчки, даже не самые новые. Я знаю, как песня родится, как ранит, как все в ней до срока темно, как яростно спорят в ней 2 дарования, пока не сольются в одно. Уважаемые любители песни, если вы помните, в прошлом году в адрес песни 71 пришло 30 тысяч писем, то в этом году число корреспондентов увеличилось больше, чем втрое. Мы, конечно, понимаем, что вы не ждете ответного письма, потому что вот программа сегодняшнего вечера – это и есть самый полный и подробный ответ. Тем более в оценках своих песен вы на редкость единодушны. Вот, например, несколько писем, которые адресованы одной песне. Нас 1000 человек, и все мы работаем проводниками вагонов. Мы всегда в пути. Мы так любим эту песню, а слышать ее приходится нечасто. Это нам написала проводник Надежда Волкова. А Людмила Юрьевна Баранова из Саратова пишет так. «Хорошо, когда песня приходит на помощь, хорошо, когда она трогает людские души». Композитор Александра Пахмутова, поэт Роберт Рождественский, «Полынь». Ты, но сердце зря стучит.
полынь горчит, горчит полынь трава. Сибирь-то знаю я, полынь твои слова, полынь любовь твоя. Полынь стеной растет, стоит в полях теплый. Твой голос будто мед, а все равно полынь, а той полынь. Ох, нет радости, полыни я нарву, себе гнездо собью, и на полынь траву, полынь слезу. Передача «Арт-Лото». Ведущий артист Федор Чехарков. В передаче, которую я представляю сегодня в этом авторитетном жюри, в нашей передаче прозвучали многие песни, которые названы лучшими песнями 72-го года. Но, к сожалению, наша передача связана не только с песнями, она связана и с математикой. Наша таблица 49 клеточек, 49 номеров, и никуда мы от этого не денемся. Но вот уже 2 года существования нашей передачи нам показали, что нужно что-то делать, потому что появляются новые исполнители, новые ансамбли. И каждый год мы пересматриваем нашу таблицу. И вот сегодня я представляю песню, которая еще не звучала у нас в артистическом лото, но которая наверняка прозвучит, потому что ее будет исполнять ансамбль, который, я уверен, будет представлен таблицей артистического лото. Это песня композитора Владимира Ивасюка «Водограй». Тече быстро, а куди не знає. Поміж гори збіг широкий, тече не вертає. Ми зайдемо в чисту воду біля Дай мені нам зі
пісню носи голоси, що хочеш, бо то граю попроси. Струни дає тобі кожна весна, цвіти дарує їм осіння сна. А ми зіграємо назву на оті, та весінню куни радісний звін. Салавата мы получили вот такое письмо. И хотя под ним было 150 подписей, любимую песню салаватцев победила другая песня. И вот прошел год, и оказалось, что любимая песня салаватцев, за которую они голосовали, не потеряла своей популярности. Авторы этой песни – композитор Арно Бабаджанян, поэт Роберт Рождественский. Называется эта песня «Благодарю тебя». Благодарю тебя за песенность города и откровенного и тайного. Благодарю тебя, что всем было холодно, а ты оттаяла. За вечность и за мир, за карету, за рю, за гнев и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю, за все. Судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что не забудешься. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую зарю. За смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя. Yeah!
Поселок Максатиха Калининской области. Письмо от семьи Ставничих. С давних пор в жизнь вошла народная песня. Слушая старинные или современные народные песни, чувствуешь в них голос народа, видишь картины природы, чувствуешь все то, что интересует и волнует нас. Очень много народных песен, но среди них у каждого есть своя любимая. Народная песня, которая сейчас прозвучит, включена в нашу программу по многочисленным просьбам любителей песни из разных городов и республик нашей страны. Белорусская народная песня «Косіў ясь конюшину». Сегодня
Как молодой солдат в песенном строю Нового года встала новая песня. Композитор Людмила Лядова, поэт Михаил Владимиров. Старый марш. Эй, музыканты, где ваши ноты? Ждет вас сегодня много работы. Вспомним былые славные битвы. Марш заиграйте, старый забытый. Пам-тара-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-тара-пам-пам-пам-пам-пам. Страницы ветром атаки, пули пробиты, нотные знаки. Он против контры шел, наступая, в кожанке щерца, бурки чевая. Почему же сейчас он в отставке? Старого марша нам ли стыдиться? Всем, что нам свято, будем гордиться. Эй, музыканты! Сил не жалейте, радость до края в сердце налейте. Пусть подпоет нам правый наш маршал, он ведь ровесник старого марша. Красные казаки стремятся нас, придите через чистые ведут рассказ. А там, как ночи ясные, а то, как дети нас. Братья по классу, в ногу шагая, маршу согласно. Срыты окопы, списаны танки, старому маршу нету отставки. Предоставляем слово редактору радиопередачи «Встреча с песней» Терезе Владиславовне Рымшевич. Пожалуйста. Старый марш, старые песни. Думается, нет старых песен. Есть песни очень хорошие, не очень и, увы, плохие. А хорошие песни всегда молодые. Смело товарищи в ногу. Марш веселых ребят. Вперед заре навстречу. Калинка. Всюду я вселенную проехал, подмосковные вечера, потеряла я колечко. Все эти песни, пожалуй, это звучащая история нашей Родины, нашего искусства, нашего народа. Ведь по песне можно узнать человека, о нем узнать, его мысли, его чувства.
Наша редакция получает очень много интересных, трепетных, взволнованных писем об этих песнях. Когда приходят новые песни и становятся друзьями, новыми друзьями, нам тоже об этом пишут. Вот в кино прозвучит песня, а сейчас в кино пошли опять хорошие песни. Мы ее исполняем по просьбе наших слушателей. Потом вы сами поете эти песни, поют их артисты. И вот сейчас такая песня продолжит нашу передачу. На войне о жизни любят говорить, ибо жизнь солдата тонкая, как нить. Пролетела мина, пронесло снаряд, и опять о жизни люди говорят. Эти строки из песни, написанные в 1944 году, лейтенантом, командиром танка Геннадием Сорокиным. Прислала нам эти строки врач из Казани Елизавета Ивановна Смелова. «Песня за того парня», пишет нам бывший фронтовой врач товарищ Смелова, «воскресила для нас образ танкиста Гены Сорокина. Она как бы посвящена ему». Мы служим вместе уже второй год. И пишем вам на простой бумаге, потому что на открытке наши подписи не умещаются. Мы за того парня, солдаты Энского гарнизона. И мы за того парня, пишет нам семья Прониных из совхоза Нововладимирский Целиноградской области Казахской ССР. Композитор Марк Фраткин, поэт Роберт Рождественский. За того парня из кинофильма «Минута молчания» исполняет песню ее первый исполнитель. Вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй, за себя и за того парня. Я тяжести такой горжусь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его. Степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Thank you.
гордыне ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Фестивале современной песни в городе Сопоте в Польше. Эта песня получила первую премию. Ее исполнял солист Всесоюзного радио и телевидения Лев Лещенко, которого я прошу исполнить ее сейчас для вас. Пожалуйста, Лев. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду волю, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалы. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим, я вернусь, мама. Осипная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает ведь весна долго, ждет отборного зерна пашня, и живу я на земле доброй. За себя и за того парня. Я тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его. Степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены.
зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню. Песня и спорт, они всегда неразлучны. Вместе с нашими спортсменами советская песня победно прошла по многим стадионам мира. И мы рады видеть среди любителей песни здесь у нас в концертной студии прославленных героев Мельбурна и Рима, Мехико и Мюнхена, чемпионов Советского Союза, Европы, мира, олимпийских чемпионов Александру Забелину. Галину Степанову-Прозуменщикову, Елену Петушкову, Владимира Васина, Игоря Тер-Аванесяна, Ларису Латынину и Александра Медведя. Товарищи, в этом зале присутствуют люди разных профессий, разного возраста. И нас объединяет эта одна любовь к песне. Вы знаете, мы в этом году, в 72-м году, получили большой подарок. Нам подарили песню Александра Пахмутова и Николая Добронравов. А исполнил эту песню впервые на Олимпиаде в Мюнхене Муслим Магомаев. Вы знаете, наверное, даже сами авторы и исполнитель не отдают в полной мере себе отчета, как много они сделали для того, чтобы мобилизовать все силы спортсмена для вот этой убедительной победы, которую мы одержали на Олимпийских играх. Вот мы все за такую песню. А вы? А вы, товарищи, кто за эту песню? Поднимите руку, пожалуйста. Единогласно. Итак, Александра Пахмутова, Николай Добронравов, герои спорта. Надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны те. Верьте, что успех будет, верьте, вы близки к цели. Мы верим твердо в героев спорта, вам победа, как классно.
Ленин. Лидерам сегодня трудно, знаем, победить сможем. Если совершим чудо, судьи будут к нам строги. Но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги. Скажут, молодцы, черти, мы верим твердо. Герой спорта, нам победа как вас. Мы хотим всем рекорда, наши сборки партии. Стремись на граде, ради красоты спорта, ради своей ради. Надо побеждать честно, надо жить на свете ярко. Славят и о нас песни, будет небесам жарко. Сегодня здесь, в концертной студии Центрального телевидения, на встречу с композиторами, поэтами, исполнителями собрались миллионы и миллионы истинных любителей песни. Много прекрасных песен подарил нам этот год. А сколько прекрасных песен вернулось из лет минувших. И гордо встали в строй с песнями новичками. И каждый из них, слетев с голубого экрана, нашла своего адресата, нашла именно того, кому она нужна, особенно нужна и дорога. Из песни мы покоряем неприступные вершины. С песней выходим в поле и открываем тайны земных недр. С песня всегда с нами и в радости, и в трудные мгновения жизни. Песня помогает сказать нам о любви. И где бы вы ни находились, на необъятных просторах нашей Родины, всегда во всех ваших делах с вами испытанный добрый друг, советская песня. Потому что песни ты не скажешь «до свидания». Потому что песня никогда не расстанется с тобой. И заканчивая нашу встречу, мы говорим: «Доброго пути тебе, песня 72! Здравствуй, песня 73. Ночью звезды там плывут по синему небу. Утром звезды гаснут и слева. Только песня.
Ставрополь споем. Через горы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любви.